Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges score the contest 30-27, 30-26, and 30-25 for the winner by unanimous decision, Curtis Razor Blades. Кёртис, много эмоций было вложено в этот бой, много было сказано в преддверии его. И каково это, наконец-то покончить со всем этим? Так здорово, наконец, заткнуть его. Сисяс, ты иди домой. Иди и работай над борьбой. Иди домой. Большая победа. Отличная работа, отличные тейкдауны, хороший план на бой. Какой вообще был подход к этому поединку? Мы знали, что он не умеет бороться, мы знали, что я умею бороться. Мы хотели работать на руках, чтобы сблизиться, бороться и взять бой. Кёртис, теперь ты стоишь очень высоко в весовой. С кем бы ты теперь хотел биться? Я бы хотел биться с Джуниором, Дереком или Стипе, одним из этих трех. Поздравляем, Кёртис Блейдс, отличная работа. Кёртис Блейдс, Нэшвилл.